реакція деяких європейських лідерів і деяких лідерів Альянсу така, що не дай Боже, якщо Путін буде продовжувати ескалацію. Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай Бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину, то мы ЕС и НАТО. Потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно? Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции против России. Чтобы даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского Союза. Кто-то говорил, Беларусь или Россия, что может быть размещено ядерное оружие. Ну окей, я думаю, что реакция будет следующая. Если оружие будет размещено в Беларуси, то потом мы введем очень мощные санкции. Хтось сказав, Білорусь чи Росія, що може бути ядерна зброя, ну окей, я думаю, що буде реакція наступна. Якщо буде зброя розташована в Білорусі, то потім ми введемо якісь дуже потужні санкції.